Друзья мои, я всех приветствую, и я снова на работе. Да, пролетели быстро, очень пролетели выходные, хотя и долгие были, очень интенсивные. Вот я снова на работе, и как вы думаете, чем я решил сегодня заняться? Вот и не угадали. Решил сегодня заняться укладкой плитки на новом пороге на улице. Но поскольку перед укладкой плитки порог надо сначала обязательно загрунтовать, а грунтовки, в свою очередь, обязательно высохнут перед укладкой плиткой, да-да, не делать никаких ошибок, грунтовные поверхности обязательно высыхают перед нанесением каких-то других последующих материалов. И вот я сегодня утром загрунтовал порог, и пока он сохнет, решил переключить электричество в той комнате, которую я делаю параллельно. Вчера вечером я уже установил все подрозетники и распаечную коробку также установил на штукатурную смесь. А смесь за ночь высохла. Сегодня не высохла. Пишу я, конечно, с этим. А, нет, она схватила, затвердела. В итоге распаечная коробка крепко стоит на своих местах. Оставил место сверху для подведения проводов. Оно заштукатурится позднее. А, но так как подрозетники вечером в темное время суток устанавливать было можно, это ничему не мешало, поскольку освещение у меня запитано пока еще от старой проводки, то переключать никак уже не получится. В темноте этого не сделать. Тем более, что сегодня у меня как раз нашлось удобное окошко в моей работе для того, чтобы отвлечься немножко на это переключение. И пока я здесь разболтался, тем временем ток уже пошел по новой электропроводке. Осталось убрать концы все в коробку спрятать, чтобы в дальнейшем аккуратно закрылась крышечкой. И включать новый свет. Давайте это сделаем. Выкручиваем лампочки от тонкой. Опачки, вот так легким движением руки. Все, готово.